будущее парадигма нашего присутствия на Луне должна заключаться в освоении Луны. Причем здесь пилотируемый полет на Луну, вот полет человека на Луну не должен быть главным, вот как американцы в свое время поставили свою национальную задачу, да, чтобы американец прошелся, прогулялся по Луне. Луна – уникальный объект, который позволяет выполнять научные исследования, которые недостижимы на Земле никогда, понимаете? И здесь вот внедрение в нашу космическую программу робототехники, роботов, которые могли бы создать на Луне поставить новые научные эксперименты, используя уникальность этого небесного тела и близость этого тела к Земле, это огромные, на мой взгляд, перспективы.